привет, Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краховски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7100 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах ты говоришь безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. Сара, Сара, не стоит. Всю эту ерунду мы видели в ваших пресс-релизах. Просто ответь зрителям. Когда уже они будут в безопасности? Когда им не нужно будет брать с собой оружие, даже при походе в магазин? Tongue be amazed. All foods.
Полиция! Открывай! Барри, мы знаем, что ты там. Мы хотим помочь. Я вас не звал. Ордера нет. Идите нахуй. Хорош выебываться. Открывай. Мы пришли сюда как коллеги. Решили тебя навестить. Давно тебя не видно. Мы переживаем. Мудак же ты, Мендес. А, то есть я еще виноват. Это он заперся в доме. И нагнетает вокруг себя Трамп. Он потерял друга. Разве можно его винить? Не он первый, не он последний. Это жизнь. В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. Не лезь не в свое дело. Заткнись, Мендес. С соседями надо поговорить. Я могу вам помочь? Возможно. Ты Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш. Служили вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес! Может, проведаешь его, когда он успокоится? Ладно, почему нет? Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимей. Он бывший коп в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Молчание – знак согласия! В другой раз зайду. Барри, я ничего не перепутала? Ну, кто там? Это я, Ви! Соседка твоя сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Мидзутани Сион, а я сказала, что это говно для позеров. Помню, тебя шаболду забудешь. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Помню, да. Чего тебе? Да так, поболтать зашла. Говорят, ты совсем из дома не выходишь. Кажется, догадываюсь, почему. Мне знаком этот взгляд. Слишком часто он бывает у людей вроде нас. Вроде нас? На копа-то не похоже. Друзей теряют не только копы. В моем деле мы тоже все под смертью ходим. Привыкнуть, конечно, можно. Но тут уходит кто-то очень близкий. У тебя тоже? Заходи. Я тоже потеряла друга. Самого близкого, самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали. Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. Как вижу, в полиции Найт-Сити все та же жопа, что и была. Один раз типчик из Мальстрёма прямо у меня на глазах убил мелкого пацана. Просто чтобы поржать. Я ничего не мог сделать. Подонка защищала корпорация.
Прикинь, пиздец. А, классика. Потом, конечно, кто-то шефу занес чемодан с баблом. И знаешь что? Во всех отчетах написали, что парень сам себе мозги вышиб. Ага, прямо у тебя на глазах. У меня тогда внутри сломалось что-то. Понял, что все. Не могу. А потом Эндрю не стало, и все покатилось. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба, но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, вообще дубина. Он думает, что нам копам слабость не прощается. Но убили мальчишку, это жизнь, а кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все, и это к лучшему. Расскажешь, как погиб Эндрю? Не то, чтобы погиб. Он умер от старости. Ну, а что ты хочешь? Он на пару лет младше моей бабки был. От старости? В Найт-Сити? Да ему памятник можно поставить, чтобы весь город знал, что такое бывает. Да, смешно. Достаточно урны в колумбарии. Выходит, Эндрю был тебе даже не друг, а почти как дед родной. Ну, не знаю. Не то чтобы дед, и он был вроде как, не знаю, ключиком к прошлому. Вот. Глядя на него, я вспоминал детство, бабулю мою, как мы с ней болтали, смеялись. В то время все было хорошо, понимаешь? И Эндрю, он был вроде как последний тому свидетель. Мендес прав. Нужно взять себя в руки. Поднять жопу и послать мир нахер. Да что ты. Я должен типа взять и забыть, что я видел. Пацана этого и даже Эндрю. Они мертвы, а ты живой. Нельзя застревать в прошлом. Ничего не изменишь, если будешь сидеть и упиваться жалостью к себе. Короче, хватит с меня. Как скажешь.
Она смотрит на тебя с небес. Ха. Не попал на небеса. Престон сказал, что его папа попал... Либо у меня крыша поехала, либо это какое-то мистическое откровение. Еще он сказал, что моя мама тоже могла... Мисти? Да нет, у меня нейроны шалят. Надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Жалко мне Барри. Ты представь, черепаха была его единственной радостью в жизни. Кажется, ты начинаешь понимать. Нужно рассказать его друзьям. Надеюсь, еще не поздно. Ну, знаешь, как бывает. Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. А Барри за свою жизнь столько насмотрелся, что может в бездну и шагнуть, недолго думая. Это ты? Ну что там, Барри? Перестал сопли на кулак наматывать? Мендес, ты задрал уже! А Барри вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. Дела у Барри плохи. Настолько плохи, что он предпочитал общаться не с вами, а с черепахой. Это типа шутка такая? Какие уж тут шутки. Дело серьезнее некуда. Барри было трудно в полиции, он не справлялся. Его гнобили, но он от вас и закрылся. У него никого не осталось, кроме вас и черепахи. Это был его лучший друг, память о бабушке. А потом друга не стало. Вот и все. Охренеть. Чушь какая-то. Ты надо мной стебешься? Конечно, меня ж хлебом не корми, дай копов постебать. Но зачем он нам врал? Он же говорил об этой черепашке, как о настоящем человеке. А что бы сказал Мендес, если бы узнал, что Барри разговаривает с животными? Господи, я думал, что он придуривается, что просто раскис. Мне надо с ним поговорить. Ну, наконец-то. Спасибо за помощь. Возьми за труды. Хватит, Барри.
Давай просто поговорим. Петрова рассказала мне про твое последнее дело. Просто жесть. Значит, шеф велел молчать в тряпочку? У меня тоже такое было. Один урод детей убивал. Оказался из правления Петрохема. Ничего с ним не сделаешь. А у меня до сих пор это перед глазами стоит. Пацан в зеленой майке, а на ней желтый кот мультяшный. Не выходи. Привет, Ви. Сейчас начинать будем. Если надо в туалет, давай бегом. Спасибо за заботу. Можем начинать. Ну так давай на площадку. Только тебя и ждем. Заждались уже. Ладно, сколько вас? Всего шестеро? Маловато. Ну ладно, что уж поделать. Правила простые. Видишь мишень — стреляй. Даже если это мишень соперника, все равно стреляй. Кто больше подстрелит, тот и побеждает. Стреляем по мишеням, а не по соперникам. А, и вот еще что. Только малый калибр. Не выпендривайтесь мне тут со своими пулеметами и бомбострелами. Первый приз – пистолет. Не простой, а классный, охрененный, прямо скажу, пистолет. Ладно, хорош болтать. Перейдем к делу. Готово? Чего это у тебя? А ну убирай свою двустволку, я же сказал, только малый калибр. Я пистолет забыл. В другой куртке. Пушку надо держать в кобуре. В кобуре. Шел вон отсюда, чтоб я тебя больше не видел. Да чё психуешь-то? Чумба. Иду я, иду. Бисер перед свиньями, как-то так. Ладно. 3, 2, 1... Не в стенку, а по мишени. Молодец, Руди, давай, давай. Ви, осталась половина. Ну, давай, соберись ты. Лиза, ты чего это? Очки надеть забыл? Секунд, Ви. Последний шанс. Обожаю запах пороха и раскаленного свинца.
Все, стоп! Закончили! Первое место — Руди, второе — Ви. Остальные — неудачники. Учитесь стрелять. Все свободны. Эй, ты чего? Что-то не так? Да блин, все не так. Хули толку от соревнования, если я ничего не продал? По нулям! Так ты обозвал потенциальных клиентов неудачниками. Может и так, но... Блять! Уважать надо оружие! Не умеешь стрелять, ну не берись ты! Ладно, Ви, увидимся. Кого? Я вижу счастливую хозяйку новой пушки. Я видела на улице странную картинку. Вроде по твоей части. Как она выглядела? Я сделала кадр. Вот, смотри. Таро, старший аркан. Высшие силы явили тебе знак. Какой аркан? Это что вообще? Карта Таро, архетип, знания, представленные в форме символа, обозначение этапа твоей жизни. Выбирай. То есть... Ты думаешь, что это высшие силы говорят со мной через карты Таро? С тобой или с Сильверхендом? Может, с обоими, раз у вас сложился такой гармоничный дуэт. Высшим силам неплохо бы выражать свои мысли яснее. Мир подобен лабиринту иллюзий.
Свет с трудом пробивается в темницу нашего земного существования. Хм. Ну, зашибись. И что мне делать с этим непонятным знаком от непостижимой мне высшей силы? Попробуй поискать другие знаки. Карты Таро описывают путь. Следуй ему. Ну, найду я их. А дальше-то что с ними делать? Ищи другие изображения. Должна быть какая-то связь с теми местами, где ты их находишь. Подумай о том, что видишь. Они наверняка посланы тебе в помощь в твоих поисках правды. Честно говоря, на правду мне наплевать. Тебя ждут сложные испытания. Однажды придется выбрать, какой дорогой идти дальше. Тогда ты поймешь. Ну, не знаю. Возвращайся, если еще что-нибудь найдешь. А я помогу расшифровать. Thank you.
У меня есть вопросы про Сильверхенда и этот чип. Ну, я, конечно, не эксперт, но попробую помочь. Как такое возможно? Почему я его вижу? Ну, этот биочип предназначен именно для связи с конструктами. Он просто делает свою работу. Так это заслуга Арасаки. Полагаю, из всех владельцев биочипов ты самая нищая. Джонни пытался меня обнулить. Что? Как мне с этим бороться? Как держать маньяка в узде? Пока ты не даешь ему контроль над собой, он мало что может сделать. Хотя, возможно, это до поры до времени. А что потом? Давай не проверять, а? Лучше придумай, как поскорее убрать Сильверхенда из головы. Откуда у меня в голове его воспоминания? А у вас теперь один мозг на двоих. У него есть доступ к твоим чувствам, эмоциям и памяти, а ты можешь заглянуть в его воспоминания. И со временем вы перестанете понимать, где чье. Слушай, ты не смейся только. Я в городе видела кое-что странное. Ну, типа, рисунки на стенах, но только не настоящие. Ага. Ну, бывает, Кироша глючит. Давай гляну. Нет, 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 это не глюк. Рисунки слишком сложные. Они типа как символы. Ну, значит, проблема в биочипе. Мозг не справляется с объемом данных, вот и глючит. Либо данные ебашат прямо в кору. С этим можно что-то сделать? Не, ну разве что как-то избавиться от биочипа. Они вообще не люди! Они все вампиры! Их тела никогда не стареют. Глаза у них мертвые и холодные.
Корпорация «Ширма», благодаря которой они могут и дальше тайно жить, как бессмертные кадавры. Истинно говорю вам, Сабура не покинул наш мир. Он спокойно отдыхает в фамильной гробнице. Он питается кровью слуг, ожидая, пока тело его... Тоже мне тайна. Про то, что Арасака работает над бессмертием, по телеку говорят каждый день. Жалкая ложь, призванная скрыть их нечеловеческую природу. Секрет их бессмертия не в технологиях, а в их нечистой крови. Вы спросите, как обычные смертные могут стать чудовищами, смерть попирающими? А все благодаря помощи технонекромантов с Альфа Центавра! Именно их проклятую кровь пил Сабура Арасака, чтобы превратиться в адское отродье. Гэри, не раскрывай тайны Арасаки! Они тебя найдут! И пусть! Я сажаю семена правды! Она взрастет и избавит нас от мертвой хватки этих паразитов! Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Ты делаешь важное дело. Открой людям глаза на правду. Благодарю тебя. Я сразу понял, что твоя душа не слепа, и ты можешь узреть истину. Истина сокрыта в радиоволнах. Имеющий уши, да услышит. Имеющий глаза, да узрит. Их невидимый звездный корабль завис прямо над нами. Thank you.
любви. Реджина, как бы ты описала Уотсон в двух словах? Кабуки построили японцы, но живут. Но у меня мало времени. У нас тут целый аквариум корпоратов. В двух словах не уместить. Вот это Уотсон. Ты раньше где-то в СМИ? Алло. По... А кто сказал, что... Слушай, а имя Скиппи тебе знакомо? Такой, знаешь, мелкий психопат, размером под кобуру. Скип у тебя? Он мой, просто его сперли! Давай, показывай! Посмотрим, как у тебя дела. Запустить диагностику. Эффективность? 82%. Память повреждена. Режим «Хладнокровный убийца». Ему надо полное сканирование. Но хоть работает. Подожди, откуда ты вообще его взяла? Да, был один знакомый. Пончиком все звали. Клёвый такой техник, жаль, что спился. Играла с ним в покер, он продул. Сначала все деньги, потом вот пистолет поставил. Дальше и так ясно. Боевые функции, конечно, на высоте, но вот нахрена к ним какой-то голосовой интерфейс нужен? А мне перепадет что-нибудь за труды? Конечно. Вот, держи. Как-то непривычно стало. Слишком тихо. Может, тебе собаку завести? Может быть, когда-нибудь. Пока, Реджина. Ты мне что-то сказать хотела? Про изучение кибер... Нужно собрать больше данных. Люди, которые проводят экспериментальную терапию... Но чтобы хоть чего-то добиться, нужно больше... Завелись крысы. Ну да, я понимаю, проблема не новая,
только мои крысеныши чуть больше размером и одеты, как тигриные когти. Самая крупная из них — некая Такико Мочи. Сделай одолжение своему фиксеру. Проведи дератизацию. Все данные уже у тебя. Же, какую жирную крысу ты мне отправила. Я думала, ты сама ее добьешь. Ну ладно. Главное, что на улице эта тварь больше не появится. Заказ закрыт.